Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ребята, сегодня перебираю телефоны. Опять нашел один из телефонов Nokia 5210. Сложить я их так до кучи не могу по номерам, поэтому ищем одно, находим другое. Вот в таком оранжевом корпусе, качество классное. Телефон от компании T-Mobile. По-моему, только работает с карточками Kyivstar. У меня, правда, Vodafone есть одна карта, надо будет попробовать. И купил карту Life. Но это я уже когда буду выставлять в лоте, я просто все это опишу. С Kyivstar'ом он, слава богу, работает. Звонит, звонки принимает, смс-ки отправляет, получает. Пожалуйста, Willkommen, T-Mobile. Погнали. Так. Клавиши нажимаются, отлично. Менюшечка, что у нас есть? У нас есть сообщение, написать сообщение, инбокс, ну благо я почистил, мозгов хватило сообщения, поэтому проверить не получится. Есть чат, есть аутбокс, это исходящие, есть картинки, которые мы можем получить. Он даже интурист остался еще, смотрите, ребята, вот такие вот картинки, которые можно установить на обои. Смотрите, вот так раньше обменивались картинками. Их можно было это типа ММС-ок отослать, поздравить с Новым годом, с Рождеством, со свадьбой, в любви признаться. Короче говоря, вон они, дискотеки. Вот такие вот раньше были, ребят, картинки. Первый телефон, в котором я встретил, что старый хозяин просто не удалил. Потому что во всех телефонах вот эти вот картинки стараются удалить. Ну вот прикольно. Но вы увидели, какие картинки были. Телефон имеет свою прикольную оранжевую, ребята, подсветку. Обалденнейшую. Далее есть темплас. Это готовые сообщения, которые можем отослать, шаблоны. Вот такие вот смайлы мы можем отослать. Если сейчас смайлы мы привыкли желтого цвета с разными мордахами, то раньше были двоеточие, черточка, скобочка, получался улыбка. Ну вот как-то так. Можно было удалить сообщение, получить голосовые сообщения, инфосервис, забить телефон. Он, видите, а значит поддерживает смс-ки на русском и украинском языке. Отлично. Факс or data call и сервис команды. Далее. Call register. Это кому мы звонили. Пропущенные звонки, набранные, все по минуткам. Если у вас предоплаченная связь, пожалуйста, заходите и смотрите. Далее. Профили. Здесь у нас есть General, Silent, Meeting и Outdoor. Outdoor самый громкий. Активизируем его. И сейчас придется опять нам к нему заходить. Почему-то он вываливается постоянно с этого, вот, именно когда выбираешь. Так, incoming. Входящим можно сделать один звонок, одинарный, много, бип один раз или просто отключить. Далее, рингтоны выбираем. Тут, скорее всего, веселый был хозяин, потому что это не родные мелодии. Это мелодии, которые сделаны или в редакторе мелодии, или загружены. Слушаем далее. «Я люблю Шопена» называется. Очень прикольно. Мне нравится розовая пантера. Кто помнит этот мультик, напишите в комментах. Обалденнейшие. Люди Икс. Джингл Телеком. Или Джангл. Джингл.
Прикольные мелодии. А, так среди ночи вас поднять. А где ж нокиевский сигнал готовый? До ми соля, ну. Что нокиевского не вижу. Короче, сделаю отдельный обзор. Далее, громкость выбираем от 1 до 5, громкость звонка. А, вот это вот у нас редактор мелодии. Заходите, чпонькаете на любой этот. Вот, например, Select. И вот вам мелодии выбиты. Вот эти вот мелодии вбиваете и получаете, чем мне нравились эти телефоны. Так, Option, Save, Tempo, Send, Clear, Screen, Exit. Короче, вибрация включена, отключена. Ритмический свет мы сейчас включим, чтобы дергался экран световой, когда играет. Далее сообщение, мелодия для сообщений, мелодия для клавиатуры. Можно ее вообще отключить, чтобы не гавкало. Или выбрать от 1 до 3. Далее предупредительные сигналы. Сигналы этих и профиль лого. Так, далее. Это у нас были профили. Далее, настройки. Будильник на 7 часов отключен. Time setting выставляется число. Время. Выбираем show clock. Так, clock displayed. Далее, select set the time. Значит, время у нас 21:22. Окей. Далее, дата. А, call setting. Кто нам? Ага. Поднять любой клавишей. Далее, phone setting. Вот по языкам. Английский, немецкий, французский, итальянский, нидерландский, испанский, турецкий, португальский. Все. Русского нету. Вот ли стоит, если в Украине, 100-150 гривен. Но это на такого нарваться. Так обычно 100 гривен стандартная прошивка на русский язык. Приветственная надпись. Так, далее, keyboard setting, включить и отключить автоблокировку клавиатуры, tone setting, это вот то, что я вам показывал по громкость, security и сброс на заводские настройки, 1, 2, 3, 4, 5 по умолчанию. Так, games, select game, snake, значит, уже за 2000 год перевалило, потому что уже идет с анимированной картинкой. Симпатичный, как я обычно говорю, не черный шланг ползает. Вообще мой канал начинался с того, что я вот просто перед продажей выставлял телефоны. Потом понравилось, начал снимать. Поэтому телефонов через мои руки прошло, дай боже. Так, back. Теперь есть Space Impact. Летит космический корабль и стреляет. По-моему, так. Ой, убили меня. Короче, как-то стреляет. Есть игра Bumper. Есть игра Bantumi. Pires. Далее. Выходим. Далее. Есть у нас калькулятор. Есть у нас календарь. Вот так прикольно сделан. У нас инфракрасный порт уже есть для передачи данных. Вот он спрятан здесь. И экстра у нас есть... Лайфтаймер, короче, считать секундомер. Термометр есть, показывает температуру телефона. И Picture Editor. Это, короче, редактор картинок. Выход в интернет. И инфоторазваги. Вот, смотрите, киевстаровская примочка. Она заходит и на сайт. Видите, и русский, и украинский текст принимает. Поэтому смс русский, украинский будут принимать. Если на сим-карте занесены имена, фамилии, там, короче, на русском или на украинском, без проблем, и английский тем более. Так, ну что, пацаки, давайте пробьем. Мне понравился динамик. Рубаши, так, слушайте, это не громкая связь. Слышно? Это не громкая связь. А вот теперь сделаем... А, у нас здесь нет громкой связи? Ха! Я и забыл. Ну, динамик рубашит, что будут окружающие слышать. Громкость.
Клавиша работает, все окейшки. Так, отсюда выходит у нас звук, можно прицепить его на шее и тягать. Так, ну что, это его имейка 95505. Ну, теперь пробьем лайфтаймер. IMEI, сделан 06.02.02, почему уже игра идет анимированная, с картинкой имею в виду. И лайфтаймер, ребята, 54 часа 51 минута, специально сделаю вот так вам пошире и пролистаю все даты. 06.02, вот IMEI. И вот его время. Теперь показываю под капотом. Отключается вот так. Если хотите разобрать, не надо ломать, дергать. Это специально он защелкивается. Берете вот так аккуратно. Вот, вот вырезы. И вот такие, как под пальцы. Ставили, аккуратно сняли крышку. Теперь вот квадратик. Так, на палец не смотрите, еще уже проходит. Вот, берете вот так. И аккуратненько вытягиваете. Смотрите состояние телефона. И поэтому, когда вы начинаете писать «куплю за 100 гривен», ребят, то в направлении леса на 3 веселых. И вот смотрим мы. Чистый фин, 95505, и мой код телефона. Проверял на карточке «Киевстар». По-моему, парень писал, который у меня их раньше скупал, он их перепродавал, что на карте МТС не работает. Если кто будет покупать... Ну или захочет, я обязательно проверю. Есть уже одна карта МТС, есть одна карта Life. Так что, кому понравилось, ставим пальчики вверх. До конца досмотрим, там будет куча фоток. Сразу пока в настроении зашли вниз, подписались на второй канал. Кто захотел купить, там же электронная почта. Написали, купили. Украина OLX, доставка, Россия. Оплатили дорогу, оплатили телефон. Телефон отправляю в течение 2 дней. Никогда не задерживаю. С вами слежу, трек-номер. Работаю с 2013 года, уже, дай боже, 7 лет. Все, ребятки, всем пока. До новых встреч. Всегда ваш мистер Good Mobile. Пока-пока.